Украина, Харьков. Жарю шашлыки в Карпатах. Вода течет. Горная речушка. Вон далекие горы. Красивые. Угу. Такая собачка прибежала. Огромная балаба или нет. Пишите в комментариях, что это за порода. Я мясо моей пиццей покормили. Вон далекие горы. Видите, гора там за трубой, он за домом. Снег еще лежит, Карпаты. Львовская область. Во Львова. Собачка прибежала. Далекие речушки чеку там дальше. Леса, вон еще одна гора, если видно. Горы. Рядом дети, базы отдыха, разные отели, пансионаты. Я остановился в таком пансионате, вот красивом. Тростянец, называется Тростян. Скворечники, тут мангалы, там гамак, прыгать батут вернее. Вон вдалеке гора, я не знаю как называется, вот труба посередине, вот два столба посередине. И сбоку труба, и там гора со снегом. В экскурсию поеду тут. Собачка пошла, дали ей два куска пиццы. Пицца стоит 185 гривен. Уже покушали, вот такая пицца. Сейчас будем вино купили домашнее карпатское. 1,5 литра, 300 гривен. Жена уже идет, несет закуску. Будем пить вино, а не пиво. Я это снимаю видео, но подожди. Она гуляет там. Ну, пошли на тренажеры. Ребенок побежал вдалеке. Там тренажеры. С детворой интересно. С папкой неинтересно. Он шашлыки жарит. Еще не жарит. Огонь распалил. Угли уже. Хватит. Еще дрова там есть. Но я не буду использовать. Мясо взял, свинину. Ошеек порезал. По быстрому рецепту. Много перца, много соли. Со всей силы жмякаешь. 10 минут и поливаешь минералкой морщинской, сильно газованной. Она соль впитывает, все, растворяет свинину, и мясо получается очень нежное. Вон далекие горы, смотрите, красивые какие. Так, вдалеке он гора со снегом. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вы навсегда. Жмите колокольчик. Всем хорошего настроения.